Вообще же сложилось впечатление, что экономисты и политики очень активно готовятся к мировому финансовому кризису. А тут как раз российский рубль снова ведет себя не совсем стабильно. Цена на нефть падает, опустилась ниже так называемой психологической отметки в $90. Да и премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать альтернативный стресс-бюджет страны, ориентированный в меньшей степени, чем действующий, на нефть и газ. А вот на Украине национальную валюту поддерживают музыкой. Нацбанк страны посвятил гривне целый гимн. Саму гривну авторы текста называют натруженной, сравнивают с дочкой, ну а банки с мужественными сыновьями. У великих містах і містечках маленьких гривня стрімкоя кров, по судинах тече нашу гривню немов, корабель серед течі, капітан поміж інших валют проведе. Сделано это с целью популяризации национальной валюты. Диски с гимном гривни уже начали распространять. Если верить песне, натруженная гривна прольется на Украину животворным, целебным золотым дождем.